Возьми две пластиковые бутылки, открути с них крышки и вырежи, как показано на видео. Зайди в теплицу и набери в них тепличной земли. Землю разровняй и посей семена. Для активации семян полей кипятком. Крышки накрути на бутылки. Бутылки с землей поставь в теплое место на подоконник. Не забывай их поливать периодически. И спустя небольшое время пустое пространство в бутылках будет все в зелени. Кому идея понравилась, оцените лайком, не забудьте подписаться.